Объединенные силы ПВО Украины сбили самолет военных сил России Су-34 в городе Волноваха и истребитель Су-30 в городе Ирпень. Об этом в своей странице Facebook написал главнокомандующий военных сил Украины Валерий Залужный. Он отметил, что самолет военных сил России Су-34 бомбил мирное население и инфраструктуру. Есть много погибших среди мирных жителей. Добавим, что военные силы Украины убили бывшего заместителя 41-й армии 7-й десантной дивизии генерала-майора военных сил России Андрея Суховицкого.